В ДНР продолжается реализация благотворительной акции «Дерево желаний», инициированной депутатами Народного совета республики. На этот раз взрослые попытались исполнить желание юного жителя Зугреса. Миша Ткач, сын защитника нашей республики, очень хотел побывать в Донецком кинотеатре. А еще мальчику нужна была новая мебель для учебы. В роли доброго волшебника выступил исполняющий обязанности главы администрации Зугреса Роман Гладких. В период новогодних каникул для Миши организовали поездку в Фунтуру Синема. А буквально вчера домой школьнику доставили долгожданный письменный стол со стулом. Миша был в восторге. Поделились впечатлениями родители мальчика.